Русский мир, если он мир Чайковского, Достоевского и Толстого с Чеховым, вписывается. Но такая самая Россия, не знаю, она хочет этого или нет. Потому что вот потом уже все, Ахматовы, Цветаевы, Шостаковичи, Солженицыны, Булгаковы и Тарковские, все изгнанники. Вот в чем дело. Хотя сама Россия не хочет вот этого, что она имела.